Дата очередного грандиозного турнира по смешанным единоборствам «Битвы в Назране» уже известна. Файткард почти сформирован. Один из местных бойцов, что выйдет в рейдж 7 апреля, Руслан Белхароев, воспитанник бойцовского клуба «Эскор», сейчас активно готовится к турниру. Состоянием мой астрал я специально учу его, а пока ты ног взяли, я с сбору считал, где ждет, когда ландали, бежка, то чашинки разбори, доктор. Тахце, ДХК, ты дополнительно, что под соперника с дуа готовится до дуа до Англии. Базовый борец, тут борьба есть базовый. Ударка и жусу духа, греплинги, ударка и духа, жусу соперник, ударник кусу. На часах 7 вечера, а значит и тренировочный процесс Фоки с говорящим названием «Чемпион» в самом разгаре. В первую очередь интенсивная разминка, чтобы разогреть мышцы. Этому аспекту в любом виде спорта уделяется особое внимание. Тренерский штаб следит за состоянием своих подопечных весьма пристально. И такое внимание дает результат. На прошедшем недавно всероссийском турнире по комплексному единоборству спортсмены бойцовского клуба «Эскор» завоевали награды высшей пробы. Последний турнир у нас был по профессиональному боевому самбо. Там мы выиграли 8 первых, 5 вторых и 3 третьих. Забрали общекомандный кубок. Там турнир был на переходящий кубок. И перед этим мы выиграли всероссийский турнир по комплексному единоборству, тоже в командном зачете. Сейчас, сегодня у нас выехали, два пацана у нас выехали на первенство России по юниорам 18-19 лет. И предстоит еще чемпионат СКФО, это в конце месяца у нас будет. После у нас в начале апреля будут сразу профессиональные бои, 3 боя, 2 боя на битве на Зране и 1 бой у нас будет в гран-при «Беркут». Фок-чемпион распахнул свои двери не так давно, но уже зарекомендовал себя как кузницу перспективных бойцов. Здесь готовят крепких и выносливых ребят. Если раньше спортсменам из Яндери приходилось ездить в другие населенные пункты для тренировок, то теперь ездят уже к ним. Даже из Малгобекского района, как, например, Гилани Хамхоев. Моя работа заканчивается в 5 часов. И в 6 часов мы выезжаем, в 7 часов уже бываем здесь, начинаем тренировки и справляемся. Упор я делаю на боксе, я сам представитель Малгобекской школы бокса, и в связи с этим продолжаю работу в стойке, как бы, в связи с тем культивирую работу в стойке, и тренер меня в этом всячески поддерживает. А на прошедших недавно соревнованиях по боевому самбо спортсмены из бойцовского клуба «Эскор» завоевали 8 золотых медалей. Такой результат, несомненно, радует тренерский штаб и мотивирует самих бойцов к еще более высоким свершениям. Армит Амин Дукхайвач. В зале хавин тренировки, да, ухатик, тренировки, тик здесь выступить раз. Упор на стойку его, стойка отработка, чего духа, грэпплинга, борьба, потяги, пива, потяги. Впереди у ребят новые старты, а ближайшая возможность для их реализации – турниры по ММА и другим видам спорта, столь популярным в нашей республике. Каждодневные тренировки приносят желаемый результат, а битва в Назране покажет уровень «Эскора» на всю Россию. Тамерлан Хамхоев, Исмаил Гатагажев, Новости 24.